Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триками отметились Тревор Мур и Кайл Коннор. Пётр Кочетков стал первым вратарем-новичком в истории Каролины, который выиграл 5 матчей из 5 на старте карьеры в НХЛ. Он также впервые сыграл на ноль, засушив атаку Чикаго. Синий Кросби и Александр Овечкин продолжают вместе подниматься в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Оба на этой неделе обошли Брайана Тротье, и теперь Сид занимает 17 место, а Ови 18. Капитан Торонто Джон Таварес забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ. А Фил Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, проведшим 1000 матчей подряд без пропусков. Настоящий железный человек. Браво! А теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 6. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Открывает наш топ хитрюга Павел Бучневич. Показал богатырский замах, а сам объехал ворота и закатил шайбу в опустевший угол. Вратарь купился. Смекалочка. Нильс Лундквист решил все сделать сам, и получилось у него очень хорошо. Пантеры подумали, что раз швед защитник, то под острым углом он ничего не сделает. Ошиблись жесточайше. Лундквист просто шикарно бросил под перекладину. Сент-Луис Блюз на тренировках явно много отрабатывают игру в обороне при выходах соперников 2 в 1. Вот так Джордан Биннингтон ловушкой отобрал гол у чикагцев. А его партнер Томас Грайс в точно таком же моменте оставил неудел нападающих Вашингтона. Работа на тренировках окупается. Чистое индивидуальное мастерство в исполнении набравшего ход Никиты Кучерова. У защитников шансов не было. И даже непонятно, что получилось круче – обыгрыш или бросок. А вы как думаете? Блюзмены на минувшей неделе феерили как могли. И неудивительно, что один из самых ярких моментов создал их капитан. Райан Райли великолепно сориентировался в ситуации и, находясь спиной к воротам, бросил с лопаты точно под перекладину. Магия какая-то! Героический момент соорудил Скотт Веджвуд. Он ценой травмы вытащил несколько бросков Антона Лунделла. Особенно впечатляющим получился сейв клюшкой. К сожалению, матч после этого Скотт не доиграл. Желаем здоровья! За командные взаимодействия сегодня отвечают Филадельфия и Коламбус. Трехходовка Флайерс, Типпет, Хайсконнектны была хороша двумя четкими разрезающими передачами. Особенно постарался Оуэн Типпет. А Коламбус показал, как надо решать в овертаймах. Егор Чинахов и Коул Силлинджер организовали легкий перепас и выдали ассист на Владислава Гаврикова. Бросок, гол и знаменитое празднование под названием «Позвони мне». На этой неделе хоккеисты часто практиковали пасы назад между собственных ног. Особо отметим два таких эпизода. Андерс Ли был готов упасть лицом в лед, лишь бы пас дошел до партнера. И он дошел. Сложный и красивый момент. А Эрик Карлсон успел заранее посмотреть, где находится партнер, и выбрал наиболее эффективный способ доставки шайбы. Кевин Лабанг был абсолютно один и ухнул по воротам как следует. Надо бы Нейтану МакКиннону застраховать свои руки, потому что это практически национальное канадское достояние. В
Вы только посмотрите на эти быстрые и четкие движения. Ну вот как после такого чисто защищаться? Кажется, что физически невозможно среагировать на бросок с расстояния в пару десятков сантиметров. Но Кэм Тэлбот плевать хотел на вероятности и, возможно, законы физики и биомеханики. Он просто обокрал Нейтана Бастиана. Восхитительно! Первое место! Кэм Тэлбот, Оттава Сенаторс. На этой неделе игроки продолжили дарить соперникам шайбы в простых ситуациях. Но нам кажется, что переплюнул всех Эрик Карлсон. На какие-то доли секунды швед забыл, как кататься на коньках, и организовал своему вратарю выход 2 в 0. Получилось комично! Бонус недели! Подобное оставление шайбы партнеру при контратаке в меньшинстве в исполнении Митча Марнера мы уже видели неоднократно. Но вот тот факт, что Марк Джиордано забил гол в уже отсутствующие на месте ворота, это редкость. Все было по правилам, но момент нестандартный и оттого запоминающийся. Двойной бонус выпуска! Всем привет из АХЛ! Проспект Миннесоты и будущее шведской вратарской школы Еспер Вальстед забросил шайбу в ворота соперника. А ведь он еще под 40 бросков в том матче отразил. Красавчик! На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал, а также ищите нас в Телеграме. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока.